Сегодня в нашем видеообзоре хочу вам показать вот такую вот подзорную трубу, которая находится на три ноги, на такой вот подставке на трех ногах. Вот. Подставка складывается, можно то все сложить. В принципе, если надо куда-то ее там, я не знаю, перевести там или что, хотя вот так вот она отсоединяется вот таким вот шагом, не знаю, вот так вот фиксируется, то есть поворачивается вот в такой плоскости, вертикальной. Ну и может где-то стоять на столе или на полке вот таким вот образом. Окуляр закрывается вот таким вот чехлом на цепочке. Вот. Надо сказать, что вещь это вообще-то сувенирная, то есть, хотя это является оптическим прибором, но вещь, я считаю, что это сувенирная. Но мы вот пытались смотреть на нее, и опытным путем узнали, что кратность вот этого оптического прибора примерно 8. То есть я не скажу, что это там телескоп, там рассматривать там звезды. Вы по размеру видите, что это, скажем так, не мощный оптический прибор. Вот этим вот роликом наводится резкость. Вот таким вот образом, поворотами туда-сюда. Вот. Ну, где-то вот в кратность 8, то есть, в принципе, можно рассмотреть какие-то предметы. Ну, как такой, скажем, театральный бинокль, может чуть мощнее. Поэтому даже удобно было бы для заядлых театралов, можно было брать даже с собой в театр или куда-нибудь там какие-то спортивные мероприятия. Вещь достаточно компактная, вот, и удобно, в принципе, было бы рассматривать какие-то моменты, происходящие там на арене или там на сцене. Вещь однозначно интересная, как, впрочем, и все, что находится на витринах нашего магазина. Поэтому заходите к нам, выбирайте, смотрите, не пожалеете. Спасибо.